Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Павел. И я пользователь рабочей среды GNOME на операционной системе Linux дистрибутива Fedora. Я записал этот ролик, чтобы показать вам, что это такое, и что есть люди в русской земле, которые не используют Windows. Вы только что ознакомились с процессом загрузки моего ноутбука, и теперь я покажу вам основные программы, которые использует любой обыкновенный пользователь. Прошу учесть, что Linux – это бесплатная открытая система, написанная программистами, добровольцами. И не заплатив ни копейки, не украв ни единой программы, я могу мне спокойно выполнять любую задачу на компьютере. Смотрите далее с экрана монитора и желаю вам самого наилучшего. Да пребудет с вами открытого кода сила.